очаровательный, несравненный. Ну да, да, наконец мы оставили самые-самые сливки, что называется, да, потому что перед нами самый, наверное, популярный сорт из розовых – это Roseum Elegans. Посмотрите, какой раскидистый кустарник, какое потрясающее яркое цветение. И говорят, что у него действительно очень-очень неплохая зимостойкость, и многие в Подмосковье его выращивают очень даже удачно. Посмотрите на цветение, оно насыщенное, цветки едва выгорают, но это нисколько не сказывается на декоративности кустарника. В течение всего периода цветения он привлекает внимание, он влюбляет всех в себя.